Дорогие, милые, любимые наши женщины, поздравляем вас с весенним женским праздником! Примите в подарок от нас, мужчин, эту нежную тифло-открытку. Слева расположен изумительно красивый букет. Он состоит из жемчужно-персиковых и ярко-розовых роз. Неповторимость и романтичность букету придают лилии с зеленоватыми и белыми лепестками, покрытыми крапом насыщенного малиново-пурпурного оттенка. Цветочная композиция украшена блестящей красной лентой. Правая верхняя часть открытки украшена цветами персиковой и розовой розами и зеленой лилией. На белом фоне в центре открытки написано переливающимися разными оттенками красного цвета 8 марта. Ниже на оборотной карточке к букету написаны слова с пожеланием. Не расточая лишних слов, дарю я вам букет цветов. Желаю быть прекрасной даме еще прекраснее с цветами. С праздником, дорогие женщины!